Привет! Сегодня 29 августа 2019 год. Мы всей семьей Савелий, Арсений, папа Руслан и мама Оля выдвинулись в сторону Кемеровской области. Мужу на родину. Ну все, будем держать вас. Мы не будем вас держать, если вам интересно наше путешествие на машине с двумя детьми, оставайтесь с нами. Все, заезжаем уже в Новосибирскую область, только что проехали мы табличку. Заехали ножки размять. Вон детки, конфетки, где вы бегаете? Ножки размяли мы. Сейчас поедем дальше. Перекусили. Чай попили. Да, поедем дальше, ребята. Все, поехали идти дальше. Все. Размяли мы ножки. Малыш не хочет сидеть в автокресле наш. Все, ему уже надоело. Он у мамы тут сидит. Попил молочка. Сидим, ждем. Тут вот такая вот проблема. Знак стоит. Знак стоит. И нам перекрыли дорогу. Не знаю, сколько мы так будем стоять. Реверсионное, да, движение называется? Реверсное движение. По одной полосе. Так что вот, не знаю, сколько будем сидеть и ждать. Сыночек впереди сидит, красавец, да, сынок? Так что сидим, ждем. Немного, конечно, это омрачило. Я хотела ехать и ехать. Рассказала, будем дальше сидеть. Новосибирск, немножко остановились. Опять у нас он перекус. Небольшой кофеек. Заезд в Новосибирск. Нас просто мошки чуть не сожрали. Скажите, как вы здесь вообще живете? Для нас это просто дикость. Они в волосах у нас. Заехали мы уже в Новосибирск. Извиняюсь за грязное стекло. Да, машина. Я тут сзади с малышом сижу. Он все отказывается сидеть в автокресле. Новосибирск такой большой город, красивый. Но мошки на въезде нас просто съели. Не знаю, как тут в самом городе, конечно. Такой огромный город. Какие-то улочки даже напоминают московские. Сейчас у нас плюс 20, ночью минус плюс 16. Плюс 20 сейчас? Да, сейчас время покажет сколько. Да. Ну, сколько времени? То есть плюс 20 Новосибирск. Это у нас сегодня какое? 29 августа.
Выезжали мы с Омска, было плюс вот такой вот там раритет. Сзади, видите, стоял. Немножко вам Новосибирска. Просто если я открою окно, то будет все шуметь, не слышно будет. Я первый раз в Новосибирске. Супруг у меня уже был. Куда мы сейчас направляемся? А? В Сибирский мол. В Сибирский мол. Держим путь в Сибирский мол. Время по Омску 6:54. 18:54. Но не знаю, сколько здесь. По-моему, тут на час позже. Красивый город. Ремонт дорог тут мы нарвались. Такие здания интересные у них, да? Вообще. А там не видно вообще. Вот тут будем с вами смотреть. Мама. Видела старенькую машину. Так. Дальше. Да? Шар там был, да? Малыш увидел там шар. Уже так темнеет. Немножко пока вожу этот город, сама смотрю, на память себя поснимаю. Республика, пиццерия, наверное, да? Пицца, он прям крупным планом. Красота. Пицца запахла. Да, чувствуете? Запахло вкусно, наверное, потому что шашлычно, и это, и пицца. Запахло прям вкусненько. Так, вот тут батрифляй, салон, наверное, какой-то был. Потрясся у нас. Машина сидела, плакала. Впереди дорожная рамка. Стадион, наверное, на Новосибирске. Прожектора. Прожектора. Ну там мне сзади ничего не видно особо, да. Знаешь? Приходится сзади с малышом сидеть, потому что он в автокресле не хочет сидеть. А вон вижу уже прожектора огромные, да? Наверное, стадион. Да, вон там стадион. Сейчас мне надо звонить. У нас тут муха новосибирская залетела. А можешь, Валюш, ее выгнать? Нет, не могу сейчас выгнать. Муха новосибирская нас и мечей кусает. Кусает нас и мечей. У меня сзади муха. У меня муж нервный. Муха летает. Да, она была стекла, потому нервный, что маячит. Муха перекрывает все лобовое стекло. Стоим на пробке, я вот открыла стекло, покажу вам. На самом деле на улице солнечно, красиво, я просто вам через стекло вот так снимала. Смотрите. Высотки такие здесь. Попали мы немножко в пробки, да? Ну, небольшие, конечно. Терпимо. Вообще терпимо. Ну, а потому что это уже 8 часов получается по их времени. Все пробки рассосались. Малыш у меня. Пенная, пенная.
час, 8 часов. У нас получается. Час разницы, да. Мы хотели по магазинам походить, но вот едем. А получается, у нас на поход по магазинам остается 2 часа максимум. Так, я закрыла окно, то ветерок такой холодный нам тут поддует и не слышно меня. По магазинам собрались тут походить, но по времени мало получается. Мы полюбуемся городом. Нет, красивый, конечно, город, красивый. Тут никто не спорит. Да, скажи, красивый такой. Омск у нас такой более устаревший. Это более современный город. Вкладывается больше денег, значит, чем наш. Сейчас подъедем тогда к этому молу. Я включусь, покажем вам. Уже, конечно, немножко подустали. Малышка у меня на руках сидит, поет. В автокресле всякое барахло. Потому что он не хочет сидеть. Но все, включимся уже. Тогда в моль.